Возвращаемся в нашу студию, и если вы меня спросите, кто сейчас со мной находится рядом, я вам, наверное, не скажу пока ни слова, потому что хочу, прежде чтобы вы взглянули на итоговую таблицу караоке-шоу «Проснись и пой» на этой неделе. Вот каким образом у нас складывались дни и проценты. В понедельник Владимир 66,9, давайте округлим и скажем, что это 70. Ольга 53,2, Елена в среду 30,2 и Владимир 40,3. Получается, что тот самый Владимир, который спел в понедельник, набрал максимальное количество процентов и должен был прийти к нам в студию. Но прийти он не смог и вместо себя привел супругу, которую зовут Вера. Именно Вера сейчас находится в нашей студии, немножечко волнуется, ну это понятно. А скажите, пожалуйста, в микрофон... Вы сами, может быть, захотели здесь оказаться? Или Владимир действительно сказал, вот я не могу, иди ты? Нет, у меня, может быть, и было бы желание, но я бы не решилась, если бы не... Хотя вот, честно говоря, скажу вам по секрету. За кадром Вера сказала мне, он меня подставил. Да, было такое. Было такое? Конечно. Ну скажите, вы готовы к тому, чтобы вот сейчас каким-то образом еще раз имя Владимира и то, что он победил на этой неделе, подтвердить? Ну, я, конечно, постараюсь, я очень постараюсь. А вам самой хочется спеть сейчас что-нибудь? Что-нибудь? Да. А, в общем-то, без аккомпанемента, мы вас без этого и не отпустим. А вы можете что-то нам спеть без аккомпанемента? У вас есть какая-то любимая песня? Как-то, может быть, вы распевались сегодня утром? Ну, у меня много любимых песен, не знаю. Я не распевалась, у меня вся семья спит, поэтому все так тихонько я ушла. Ну, как получится. Могу без аккомпанемента, как угодно. Нет, давайте все-таки сейчас у нас будет аккомпанемент. Более того, у нас в студии сейчас симпатичные девчонки. Это образцовый ансамбль детского танца «Звоночек». Они у нас все в таких русских нарядах. И я думаю, что какая-то песенка, наверное, русского такого характера будет звучать в вашем исполнении. Как она называется? Да, прозвучит песня народная. «Ты воспой в саду соловейка». Отлично. Ну, я желаю вам удачи. Не волнуйтесь, пожалуйста. Все уже позади на самом деле. Вы уже здесь в студии. Вам деваться некуда. Поехали. Удачи. Ты воспой в саду соловейка, ты воспой в саду соловейка. Ох, я бы рад тебе воспевать, ох, я бы рад тебе воспевать. Я бы рад тебе воспевать, и я бы рад тебе воспевать. И, ох, маму голосу не стать. Потерял, растерял я свой голосочек. Ох, по чужим садам летая. Ох, по чужим садам летая. По садам летая. По чужим, по садам летая. Горькую ягоду все клевал. Горькую ягоду все клевал.
Вера, вы знаете, вы, по-моему, как-то умолчали. У вас какое-то, наверное, есть образование все-таки, потому что у вас голос такой очень поставлен, народный, да. Или вы там сами учились, или вас, может быть, где-то учили? Потому что... Это чисто природное. Природное, ну, да? Вообще в хоре мы вместе с Володей мы пели довольно-таки длительное время. Но... Давайте в следующий раз, если Владимир или вы, может быть, выиграете, вы к нам вдвоем придете и уже дуэтом что-нибудь споете. Если выиграем, да. Хорошо, придем. Ну что ж, по-моему, вы очень здорово справились с заданием. Девчонки вам так здорово помогли. Сейчас теперь телезрителям нашим придется решать, какой приз вам достанется, точнее, приз из какой коробки. Света, пожалуйста, что у тебя там в синей, голубой? У меня замечательный приз, который точно, если его не выберет, его поможет Вере ощутить утро по-настоящему, взбодриться, проснуться с утра как следует. Отлично. А я, прежде чем представить свой приз, хотела бы спросить, Вера, у вас какие хорошие квартирные условия? В микрофон. Жилищные условия. Ну, средние, будем так говорить. Вот этот приз, дорогие телезрители, поможет Вере улучшить жилищные условия. Выбирайте. Знаете, у меня тоже неплохой приз в моей желтой коробке на самом деле. И я хочу сказать, что вот именно этот приз поможет вам, Вера, выглядеть всегда чудесно. Точно так же, как вы сегодня утром выглядите. Спасибо. Это то, что нужно каждой женщине. Итак, вам теперь выбирать все-таки, какая коробка вам более приглянулась, и приз из какой коробки вам кажется больше понадобится нашей сегодняшней певице недели. Смотрите на таблицу нашей голосования. Итак, если вы голосуете за коробку синюю, Света, телефон. То голосуйте по телефону 560651. Если вы голосуете за зеленую коробку, то телефон 560652. Ну а если за желтую 560653, буквально 3 минутки у нас есть. Пожалуйста, голосуйте, после чего вернемся в нашу студию и подведем итоги. Страшного дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколь в небе звездном серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Завтрашнего дня кто-то станет первым, а не я. Кто-то, а не я, кто-то, а не я, сложит песню завтрашнего дня. Нет на свете танца без огня. Есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Буквально последние секундочки, мы говорим стоп. Давайте теперь взглянем на итоговую таблицу. Хотя, по-моему, с самого начала было все ясно. Было уж очень была такая лобовая реклама от Елены Шабановой. И 64% телезрителей с лишним проголосовали за зеленую коробку. Лена, тебе открывать коробку и вручать приз, пожалуйста. Давайте достанем тогда приз. Маленькую квартиру для семьи. Маленькую квартиру на лето. Ему, наверное, это палатка.
Не знаю, на сколько мест, честно говоря. Вот, ну вот пока написано, она, конечно, в свернутом виде, поэтому она не выглядит такой большой квартирой, скажем так. Но в любом случае, летом где-нибудь на лужайке, я думаю, что она вас согреет, по крайней мере, от дождя точно. Да, у меня мужа уже бережет. Есть. Еще одна. И еще одна будет. Теперь каждому. Очень хорошо. Вера, вот этот подарок не нужно откладывать до лета, это нужно выпить прямо сейчас, для того, чтобы были витамины в организме, и все было в порядке. Это тоже вам. Это соки от компании Argo. Ну, а это, собственно, тоже такой в придачу, что называется, приятный подарок. Это календарь на 2005 год с лицами ведущих телеканала Афонтова. Я думаю, что эти лица вам будут улыбаться, и вы будете в ответ тоже им улыбаться, и все у вас будет хорошо складываться. Да, мы очень хорошо к вам относимся. Мы вам всегда улыбаемся. Спасибо большое. Привет Владимиру. Удачи вам в дальнейшем, я имею в виду, в караоке-шоу и по жизни вообще. Спасибо. Я благодарю также Светлану, которая сегодня приобщала нас к криомедицине, к купанию в Енисее. Я думаю, что некоторые из наших телезрителей наверняка сделали для себя галочку. И, может быть, уже в эти выходные отправятся туда под мост, где была Светлана, и искупаются наконец-таки. Лене, огромное спасибо Шабановой за утренние новости, с которыми она вас знакомила в течение всей этой недели. Я благодарю также ансамбль танца «Звоночек». Но прежде все-таки мы вернемся к Вере. И давайте посмотрим в третью камеру. Это уже под завершение программы. Пожалуйста, внимание. Я прошу третью камеру настроить. Итак, покажите же нам Веру. Мы же хотим увенчать ее лаврами. Здорово. Итак, где у нас венок? Я думаю, что лавровый венок появится. Не получилось. Давайте просто похлопаем. Ну что ж, в любом случае, всем все равно уже понятно, что... Вот, тушь вашу честь, винта лаврового не будет, да и не нужно нам вообще, у нас масса других приятных призов. И на этом, собственно, все. Я прощаюсь с вами до следующей недели. В нашей студии в понедельник встречайте Елену Антонову и Сашу Борисенко. Я думаю, что они здорово вас повеселят и подарят вам хорошее утреннее настроение. И просто вам хороших грядущих выходных. Удачи, спасибо, что были с нами. С вами было хорошо, пока. Просыпаюсь, улыбаюсь на работу. Пушкин, вот за это можно тебя пройти. И на завтрак новостями я попутно заправляюсь. Узнаю прогноз погоды, слышу много разных песен. Экономика и мода, мир ужасно интересен. Ты можешь с утра быть хмурым и даже слегка неловким. Знаешь, что поможет тебе утренний кофе? Ты можешь с утра быть бодрым.